Блядь, ну и чё, ну куда ты позвал? Блядь, я леплю, я для женщины леплю, говорю, готовые, очень вкусные. Заходи. Заходи, заходи, да заходи. Здесь. Что ты делаешь? Что я здесь леплю торт женский. Торт женский. О, добавляем капельку тархуну. Прям чуть-чуть прям. Да, по-моему, блеванет с этого торта. Она пусть блеванет. Она все равно сказала мне нет. Белые розы, без защитной шипы. Люди украсят пламя свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом. Ложка? Хотя руками можно. Нет, какао обязательно нужно добавить, потому что... Вот этот вкус шоколада. Я бы не стал это жрать. Главное, замесь готова. Мы сейчас берем... Очень, кстати, кайфовая передача. Берем щит. Выкладываем. Блядь, аккуратней, сука! Розы, белый мир уводит, жестокий клюв холодных ветров. Продолжаем лепить говёрку. Белые розы, белый мир уводит, жестокий... Не заворачиваем. Готово. На кепку похоже. Человек готов, да. На кепку похоже. Можно сделать кобру. Кобра, блядь. Определись уже, что-нибудь сделать. И в концовке. Как не красиво. Конечно, красиво. Лишь на несколько дней. Джи, надо вот так сделать, Санек. Ну все, блядь, похоже, да? Блять, хуя сейчас привезем горница. Сейчас говно подарок будет вручен. Да, да. Ну че, все, харе, звоните. Сейчас говно подарок будет вручен. Я хуел, тварь.